треугольнике ABC известно, что угол C 90 градусов, BC 77, AB 125. Найдите синусы острых углов треугольника. Для начала сделаем рисунок, запишем данную. Угол ACB равен 90 градусов, BC 77, AB 125 сантиметров. Найти синус угла CAB, найти синус угла ABC. Синус – это отношение противолежащего катета на гипотенузу. Найдем гипотенузу по теореме Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Теорему Пифагора необходимо знать. Найдем гипотенузу по теореме Пифагора. Тогда у нас получается AB квадрат равняется AC квадрат плюс BC квадрат. Выразим отсюда катет AC. Тогда у нас получается, что AC квадрат равняется AB в квадрате минус BC квадрат. Или AC будет равняться корень квадратный от AB квадрат минус BC квадрат. Подставим сюда наши данные. Тогда у нас получается AB по условию 125 минус BC квадрат. BC 77. И все это под корнем. Посчитав, получаем, что AC равняется корень от 9696. Найдем синус угла BAC. Синус угла BAC равен отношению противолежащего катета, это BC, на гипотенузу AB. BC у нас равняется 77 сантиметров, AB 125. Посчитав, получаем 616 тысячных. Найдем синус угла ABC. Синус угла ABC – это отношение противолежащего катета AC на гипотенузу AB. Подставим сюда наше значение. AC мы ранее нашли. Это корень от 9696, AB по условию 125. Посчитав, получаем 788 тысячных. Запишем ответ. Синус угла ABC равен 788 тысячных. Синус угла BAC равен 616 тысячных. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.